Всем огромный привет. Поговорим сегодня в влоге канала «Новый день». Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на YouTube-канал и присоединяется к Telegram-чату. Ссылка в описании. Ну, а Оксана в торговом центре рассматривает одежду, но, понятное дело, ничего не покупает. Она показывает нам цены, зрителям. Ну, понятное дело, ведь все влоги, сестры снимают для зрителей. Ни в коем случае не для себя. Нет, что вы. Увидела Оксана какое-то очередное платье и говорит: «Ой, брюки с такой ткани!» Оксана покупала. Нормально вообще? С такой ткани. Почему не из такой ткани? Ну, это очередная загадка сестер. Очень часто, почти всегда, Оксана говорит: «Привет с Зеленограда». Ну и Лена тоже говорит: «Я с Зеленограда». Ну, что сказать. Сестры остаются верны себе. Увидела Оксана скидки хорошие. И говорит: «Ой, тут акции по рубашкам». Ну почему не на рубашке? Как-то принято говорить: акция на такой-то, такой-то товар, да? Но нет, у Оксаны акция по товару. «Смотрите, — говорит, — купи две рубашки и третья бесплатно». И тут же, через одну секунду, Оксана выдает: «Выбираешь две, третья дешевле». Ну, Оксан, ты определись, то ли третья бесплатно, то ли третья дешевле. То ли, в принципе, получается, три рубашки дешевле получается купить со скидкой, чем без скидки. Ну, в принципе, это логично. Но вот видите, Оксана очень интересно изъясняется. Дирхамы, говорит, надо менять так, чтобы, ну вот, впритык хватило бы на наш визит в Эмираты. Почему? Потому как, в принципе, Оксана сюда больше не собирается. Но вот, говорит, тайские баты, конечно, нужны. И если они останутся, они пригодятся для следующей поездки в Таиланд. Ну, думаю, интересно. Или Оксана ничего не помнит, что она говорит. Или она сочиняет на ходу. Или у них планы меняются каждую секунду. Я не знаю. Но буквально в следующем своем влоге Оксана скажет о том, что они собираются в следующем году снова приехать сюда же, в Эмираты. Как-то странно. Если они собираются приехать в Эмираты, то они должны иметь и валюту тоже. А если они не хотят эту валюту иметь в запасе, то тогда зачем им нужны и баты тайские? В общем, диссонанс какой-то у Оксаны в голове. Ну, в принципе, как и всегда. Ну, а уже как Оксана общалась в парфюмерном отделе магазина, это надо было слышать. Это действительно отдельный вид искусства. Тени хочет себе подобрать. Говорит: тени nice. Особенно эти nice. Так она и разговаривает с продавцом-консультантом, да. И ей продавец-консультант еще какие-то предлагает. Оксана говорит: эти тени тоже good. Ну, как-то так, да. Бедные те продавцы. Потом Оксана вопрошает: white есть? Ей дает продавец white тени. А Оксана говорит: не-не, это не white, это грей, серый, мне white нужны. Ой, Оксана, какой-то кошмар. А потом говорит: вот это very good, чем этот. Как она изъясняется? Что значит вот этот very good, чем этот? Если это сравнительный степень прилагательный, тогда better, не very good. Ну, Оксана, все very good, все очень хорошо. В итоге она выбрала себе карандаш белого цвета и тут же подвела им глаза. Ну, не смогла Оксана удержаться. Да, надо обязательно показать себя во всей своей красе. Зачем краситься на такой жаре, я, конечно, этого понять не могу. И вот ей срочно приспичило. И именно вот карандашом белого цвета подвести глаза. И сверху, и снизу. Ну да, красавица Оксана. Особенно учитывая то, что вот эта вот челка несуразная. И вот эти вот букли какие-то. И вообще, ну, кошмар. Какой-то кошмар, действительно. Но Оксана считает себя девочкой-девочкой и искренне считает, что она выглядит просто прекрасно. Чемодан Оксана купила маме. Я не понимаю, зачем маме чемодан. Вот куда мама собирается кататься? Это раз. Во-вторых, у мамы чемоданы есть. И не один, насколько я понимаю. Если вдруг у мамы исчезли все ее чемоданы, у Лены, ну, целый склад чемодан, не побоюсь этого слова, можно у Лены взять. Но нет, надо маме новый. Вообще маме все надо, всего и побольше, да, вот как таблетки от жадности, дайте побольше. Зачем оно и надо, не понять. И говорит: вот маме взяла большой чемодан, а себе мой маленький, так, чтобы помещался бы в калибратор, так, чтобы можно было бы взять в качестве ручной клади с собой в самолет. А то ведь они когда летели в ОАЭ, увидела Оксана или Лена, не вспомню сейчас кто, но кто-то из них,
что вот берутся маленькие чемоданчики, да, и прям вот в багаж их укладывают, прям в самолете. Но, видимо, Оксане будет спокойнее лететь, если будет знать, что маленький чемоданчик с ней летит рядышком. Вот он, тут. Также взяла маме еще и брошку. А Лена о маме вообще не думает. Ну, вообще не думает. Единственное, что она хотела маме взять, это что-то из парфюмерии. Какую-то бутылочку интересной формы с какими-то духами, флакончик духов. Ну и, в принципе, все. А Оксана, видите, и браслет, и чемодан, и финики. Финики, говорит, родителям купила. А потом подумала, говорит, да нет, не только родителям. 10 человек она решила одарить этими финиками. Но это все очень дорого. И мама сказала, не-не, Оксана, это дорого, не надо, мол, везти. Но я так думаю, что Оксана в любом случае повезет те финики. Но не выбросит же она их уже, правда, купила ведь. Вот, и, конечно, себе тоже 2 пачки фиников взяла. Такое ощущение, что в Подмосковье, в Москве нет фиников. В принципе, в Зеленограде финики отсутствуют. Надо обязательно их везти, бог знает откуда. То она везла какие-то фрукты из Таиланда, по-моему, апельсины она везла маме. Теперь вот финики из Эмиратов, ну да, закончились фрукты в Подмосковье. Вечер уже, вышла Оксана на балкон и говорит, ой, посмотрите, половина луны. Ой, Оксана, вот не знаешь, лучше вообще не говори. Жалуется, что устала она, что очень тяжело ей ходить, что только так с виду кажется, что расстояния тут небольшие. А на самом деле, конечно, огромные расстояния от магазина к магазину. Пока пройдешь, уже устанешь, потом еще и по магазину ходить и все это снимать. В общем, да, заключает Оксана, тяжелая работа блогера. Тяжело ходить по магазинам. Ну, конечно, тяжело. У них вообще весь отдых, ну, очень тяжело назвать отдыхом. После этого отдыха надо отдыхать еще какое-то время, дома уже находясь. Но, видите, это их работа. Они сами себе выбрали именно такую работу. Ну и, конечно, они хотят собрать побольше просмотров. А люди любят всякие хождения по магазинам, по рынкам и так далее. Да, вот такое вот обзорное что-то смотреть. И поэтому девочки вынуждены ходить и снимать, и показывать, что, где, почем. Но, опять же, конечно, не все это любят. Понятное дело, что... Кто-то скажет, нет, это ерунда, ну, а кто-то скажет, наоборот, очень хорошо, ходите, девочки, показывайте нам. Ведь мы с вами ходим тоже. Так именно Лена и говорит, мы с вами тут, мы с вами там. И Оксана тоже говорит, да, вот мы с вами сейчас поели, вот мы с вами сейчас купили что-то, вот мы с вами сейчас посмотрели. Но видите, кто как воспринимает ролики подобного вида. И сестры искренне надеются на то, что... Вот такое вот хождение по магазину с указанием цен очень привлекает их зрителей. Ну и, понятное дело, рефреном через все влоги Оксаны проходит реклама Туристина. Такой красной нитью. Это какой-то кошмар. Туристина тут, Туристина там, Туристина везде. Туристина уже слишком много. Говорит Оксана о том, что вот они сейчас поедут в самое высокое здание и будут кататься там с какой-то там горки, ну и так далее. И говорит, вот мы сейчас едем поездом, и поезд только для женщин. Но мы могли поехать и в другом вагоне поезда, и там было бы намного комфортнее ехать, но там вход только по золотым картам. И Оксана заявляет, пока еще у них нет золотой карты. Думаю, ага, значит, все-таки есть у них в планах приобрести эту самую золотую карту. Значит, они все-таки собираются возвращаться в Эмираты. И все-таки им нужны будут деньги, да, местная валюта нужна будет. Так что с Оксаной все-таки? Она не помнит, что она говорила раньше? Ну, наверное, склероз. Ну и вообще, в принципе, Оксана признается, что ей для того, чтобы путешествовать, всего надо знать 2 слова. Hello и goodbye. И все, и достаточно. Вот 2 таких вот выражения. И, в принципе, можно смело отправляться в любое путешествие. А еще Оксана знает слово «here», что означает «здесь», и слово «exit». Да, именно так Оксана и сказала, увидела надпись «exit». Все говорит, тут выход, тут «exit». Оксана, «exit», но никак не «exit». И понятное дело, после того, как она скатилась с этой горки, кому интересно, более подробно я об этом рассказала в обзоре влогов Лены. В принципе, контент-то у сестер дублирующий, поэтому да. И мы не видели то, как
Оксана скатывалась с этой горки, поэтому обсуждать особо-то и нечего. Единственное, что вот Оксана взяла себе, ну как взяла, купила фото за 3000 рублей. Фото прямо на фоне этого здания, вот где они находятся. Ну, понятное дело, что там фотошоп. Оксана так говорит, меня вырезали, сюда наклеили. Оттуда вырезали, сюда наклеили. Вот вам результат. Конечно, это порная работа, но, может быть, Оксана в чем-то и права. Это память, да, интересно оформлено это фото. Лена себе подобное не взяла. Ну, потому как, наверное, денег нет. Тормоз Оксана не остановила Лену, видимо. Финансовый тормоз Оксана, она же сама так сказала, да? Кстати говоря, она говорит, что вот кофе за 500 рублей я, мол, не могу себе позволить. Нет, нет, ни в коем случае. А фото могу позволить, да. Мол, это память. Но с одной стороны, да. А с другой стороны, она закроет благополучно вот эту вот, ну, будем говорить, винетку, да, потому как эти два фото оформлены в виде винетки. Вот эту вот книжечку, так сказать. Закроет, положит куда-нибудь в шкаф и забудет благополучно. А может быть и нет, а может быть где-то в развернутом виде будет... хранить, уж не знаю, правда, где. Насколько я понимаю, в квартире Юры места-то особо и нет, уж тем более для каких-то таких вот вещиц Оксаны. Но, тем не менее, да, не пожалела на 3000 рублей. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влогов канала «Новый день». Если вам понравился, ставьте лайки, если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!